Скажите, откуда на Земле появились люди? У инопланетянинов, как многие думают, родился человек. Они не знают, что с ним сделать, и отправили его на Землю. Я думаю, то, что они появились от предков. От обезьяны. А я думаю, то, что их Бог создал. Они появились от обезьян, и надо что-то было делать, чтобы стать именно человеком. А как люди научились разговаривать? Я думаю, что, может, они что-то не то съели. Не то начали говорить. Они вначале стали писать какие-нибудь записки, а потом они стали какие-то слова говорить. Вот азбуку написали тоже. Они для начала написали азбуку, а потом они читали с легких слов до тяжелых. И тогда они начали все говорить. Да. Еще алфавит был в древности очень сложный. Угу. Ну, наверное, изобрели специальную машину, а потом подслушали разговор птиц или потом учились так же говорить, как они. Я думаю, что все родились в одни сутки. Может, их родители научили. Может, они им читали сказки. Может, они так научились, наверное. А родители кто научил? Может, бабушки, дедушки, там, мамы, папы. Вместо «а» был «аз». Вместо «б» – «буки». И появилось из «а» и «б» азбуки. Это слово «азбук» получается. Азбуки – это когда много там.